телефоне девочек катает. Ну рассказывай, ты волнуешься? У меня самого волнения. Потом, когда полетела, наоборот, понравилось, что куда буду выступать. Вау, а расскажи, а кто пришел на тебя сегодня посмотреть? Оля, там бабушка и дедушка, Ира, мама и папа и Зоя, и Яна. Расскажи, пожалуйста, про что у тебя песня? Это песенка «Папу», мне она очень нравится, и я буду петь. О, класс! Там выход на сцену, ты волнуешься? Ты же знаешь, что ты выступишь лучше всех. Ах, молодец. Мирослава Быкова. Он. Кто-то рад тому, что выступил и спел песню. Мирося, классно спела. Мирося, знаешь, как я тебе расскажу? Ты выступил, просто я говорю, все рады, ты так прошел, ты не зря так долго готовился.
зрителя, пожалуйста. Ой, это так сложно. У нас такие все талантливые. Хочется отдать гран-при всем, правда. Но, к сожалению, только одна статуэтка, только одни часы Apple Watch. И достанутся они нашей хорошей, красивой, талантливой Мирославе Пры.